Приветствую вас, друзья, сердечно. Скоро Новый год, и нам нужно набраться новых сил, быстро сориентироваться, что и как надо делать, чтобы в новом году накапливать силы, а не только их растрачивать, быть здоровыми, счастливыми, помириться с тем, с кем бы вы хотели. Очень много проблем, потому что человеку только кажется, может быть, что он свободен. На самом деле человек – социальное существо, и мы все взаимосвязаны. И поэтому нам часто приходится делать то, что вам не хочется. Да, приходится напрягаться, тратить силы, энергию, приходится раздражаться, когда вы делаете не то, что вам хочется по вашей природе. Очень много всяких проблем. А теперь еще эта неопределенность, неизвестность, многозадачность. Это и в личных отношениях, и в семейных отношениях, и мама, и папа часто не совпадают друг с другом, и муж, и жена часто не совпадают ни по характерам, ни по вкусам, ни по интересам. Как вот это все обуздать, как это все сгармонизировать, чтобы сохранить и реализовать себя в современных условиях? И чтобы в новом году иметь полноту сил, быть здоровыми и счастливыми. Да, потому что человек этого достоин, да. Несмотря ни на какие обстоятельства. Есть современные приемы, методы, есть философия, что человек творец. Да, это же все мощные инструменты. И все это на нашем вебинаре. То, что я знаю, я вам дам. До встречи, друзья. И будет мир, и будет гармония, и будет бодрость, и будет веселье. Новый год. Готовьтесь.